довольно дорогое удовольствие. Но так как это бывает раз в жизни, я думаю, каждый должен... Каждый выгребает свой кошелек. Да. Мы скидываемся по $200. Мы будем отмечать его в конце месяца, там, 30 числа. 180 долларов, да, человек. Да. Если бы... Ну, у богатых людей до 1000, у кого-то... Да. Да. Наш выпускной нам обошелся $500. Ну, это, в принципе, недорого. По 20 рублей каждого вдвоем. Вроде бы с одного человека 20 рублей. Мы дали около $200 на сам выпуск. Именно наш выпуск празднуется в 81-й гимназии. Платье будет 1 300 000, но украшения 1 400, то есть туфлик тоже по 1 000 000. Ну, то есть, как бы, в принципе, денег ушло очень много, на самом деле. Платье, туфли, украшения. Все как надо, все как девушкам. Все как девушкам надо, все и покупаем. И прическа, и макияж в сумме 50 рублей. У нас выпускной в стиле Оскар. То есть мы такие все солидные придумали. Это тоже около $100. Будет ресторан там. Я не знаю еще точно по поводу клуба, но скорее всего без стариков, скажем так. Ну, мы едем играть в пинбол на Боровую. Мы будем у нас снова отмечать, так как с этого года отменили школьникам отмечать в кафе и ресторанах. Ну, у нас выпускной будет в стиле Оскар. То есть у нас будет ковровая дорожка, у нас будут фотозоны в стиле Оскар. Оскары нам будут вручать. Вы же не должны оказаться белой вороной в классе игры. Да, мы должны это сделать. Да, то есть ты должен быть не хуже. Не хуже всех. И вот этот момент расставания, его надо как-то защитить и запомнить. Ты, ну, все-таки 11 классов, и столько уже денег в школе. Да, ты идешь, а ты такой праздник, куда ты не себя и для родителей. Выпускной – это обычный как бы день, когда ты заканчиваешь школу, и, по-моему, зачем его отмечать?